вокзала, да, такие мотивы у нас? Это нормально, нормально. С корабля можно. Кто-то скажет мне порядки, а по мне простительно, если женщина немножечко на лице растительна. Если вырос борода, надо успокоиться, это вовсе не беда, а большое достоинство. Хай, Джан, Собчак, Джан, приходи ко мне, Ксюша, будем кушать баклажан, хотя будем кушать. Хай, Джан, Собчак, Джан, какой ты хороший, есть еще Кончита Вюрс, на тебя похожий. Я на авторадио танцую, девушки, молодцы! Ой, ты какой сладкий, а! Какие у нас персики сегодня на яхте! Сайт авторадио, видеотрансляция. Это фото в инстаграме, сердце мое трещины. Весь Европа без умамы от бородатой женщины. Мечтали я и грудь, это дело пятое, не дает мне уснуть, борода лопатою. Ай, Джан, Собчак, Джан, приходи ко мне, Ксюша. Будем ехать кушать баклажаны, шашлык из хрюшка. Только кушать мы его будем осторожно. Хрюшка мне совсем нельзя, а Ксюшка хрюшка можно. Мучаюсь, грустя, горе запредельное. Рассказали в новостях, борода поддельная. Но влечение мое непреодолимый. Все равно ты, Ксюша Джан, самый мой любимый я. Ай, Джан, Собчак, Джан, приходи ко мне, Ксюша. Будем мы кушать баклажаны, хотя пури кушать. Ай, Джан, Собчак, Джан, какой ты хороший. Есть еще Кончита Вюрс, на тебя похожий. Ай, Джан, Собчак, Джан, приходи ко мне, Ксюша. Будем кушать баклажаны, хотя пури кушать. Ай, Джан, Собчак, Джан, какой ты хороший. Есть еще Кончита Вюрс, на тебя похожий. Есть еще Кончита Вюрс, на тебя похожий. Есть еще Кончита Вюрс, на тебя похожий. А девчонки какие сладкие, а хорошо, что все без бороды сегодня, все побрились с утра, молодцы.